Доброго времени суток, мои дорогие зрители! Ноябрь подходит к концу, и не так уже много остается до новогодних праздников. Я уже спешу поделиться с вами своими вкусными идеями для приятного времяпровождения в теплом семейном кругу или с друзьями. Сегодня я приготовлю шоколадный рождественский кекс на глинтвейне. Сразу хочу отметить, что алкоголя в таком кексе совершенно не чувствуется, остается только приятный аромат пряностей и шоколада. А перед тем, как приступить к просмотру, не забудьте подписаться на мой канал, поставьте лайк и нажмите на колокольчик. Ну что, поехали! Для приготовления кекса мне понадобится 250 грамм муки, 180 грамм сахара, 30 грамм какао, 230 миллилитров глинтвейна, 1 пакетик ванильного сахара, 1 щепотка соли, немного масла для смазывания формы и 1 пакетик разрыхлителя. А также 4 яйца, 250 грамм размягченного сливочного масла, 200 грамм темного шоколада. Для начала я беру сливочное масло, добавляю туда сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Беру миксер и начинаю взбивать масло до бела. Сливочное масло лучше предварительно оставить при комнатной температуре как минимум на 4-5 часов, а лучше на ночь, потому что оно в итоге не будет нормально взбиваться, если останется холодным внутри. Должна получиться вот такая пышная, гладкая, однородная масса. Взбиваем еще минутку. Сахар при этом раствориться не должен, это нормально. Итак, со сливочным маслом мы закончили, переходим к следующему этапу. Взбиваем 4 яйца примерно 3 минуты. Отставляем яйца в сторону и переходим к сухим ингредиентам. Я беру вот такую миску, в муку всыпаю какао и разрыхлитель. И все это просеиваю. Далее беру взбитое масло и добавляю туда взбитые яйца. И перемешиваю это миксером примерно 1 минуту. Далее в сухие ингредиенты я вмешиваю яично-масляную смесь. Тщательно все перемешиваю. Далее вливаю в тесто глинтвейн. Оставляю буквально несколько ложек до глазури. Еще раз все хорошо перемешиваю. Аккуратно. Остался последний этап. Замешивание теста. Я беру вот такую терку и начинаю втирать шоколад прямо в тесто. Итак, шоколад я весь уже натерла, перемешиваю хорошо и приступаю к смазыванию формы. Для этого я беру примерно 20-30 грамм сливочного размягченного масла и очень обильно смазываю все внутри. Далее я беру тесто и начинаю его выкладывать в форму. Немного разравниваю поверхность теста и отправляю в разогретую до 190 градусов духовку примерно на 45-60 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. В моей духовке мне хватило 55 минут. Примерно через 40 минут проверьте готовность своего кекса деревянной шпажкой. А пока мой кекс готовится в духовке, я приготовлю для него сахарную глазурь.
200 грамм сахарной пудры я смешиваю примерно с 3-4 ложками глинтвейна. Получается вот такой нежно-розовый цвет у глазури, но вы по желанию можете добавить любой пищевой краситель. Я добавляла пищевой краситель на водной основе 2 капли. В принципе, подойдет любой красный или розовый оттенок. Перед тем, как поливать кекс глазурью, он должен полностью остыть. Вот такой приятный розовый цвет у меня получился. Мой кекс уже давно приготовился и остыл, и я приступаю к заливке глазурью. Завораживающее зрелище! Такой кекс получается очень пряным, ароматным, супер шоколадным, таким, знаете, по-настоящему праздничным. А самое главное, готовится он достаточно легко и быстро. Спасибо вам за просмотр, надеюсь, мой рецепт вам понравился. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Пока-пока!